Всем привет, с вами Xperion, и сегодня я расскажу вам про мой первый демон Наки, Blast Sonic. Извините, что вместо меня этот ролик озвучивает бот, я сейчас не могу записывать со своим голосом по важным причинам, а по каким, я не расскажу. Итак, начнем. Этот демон я планировал сделать как ремейк Ультра Соника, но что-то пошло не так, и это стал самостоятельный уровень. Также здесь наблюдается НК-стиль почти в конце, левел не особо длинный, так что и видео будет коротким. Ладно, приступаем к просмотру. Первый парт — это куб с таймингом и мемории в конце, ничего сложного. Далее идет сложный парт с самолетом и мини-юпа, который уже вытягивает уровень на демон. Следующий парт с мини-шаром, тут ничего особо сложного. И тут начинается стиль инка. Тут ничего сложного, кроме конца, так как здесь находится узкий коридор со скоростями. По-моему, это самый сложный парт уровня. Под конец мне лень было делать уровень дальше, и я решил завершить его моментом, где мой куб говорит: спасибо за игру, увидимся в следующий раз, верифнуто Галаксионом. Это был весь уровень, а теперь немного фактов о нем. Первый. Этот уровень был сделан весной. Второй, хоть в названии фигурирует Sonic, уровень не является продолжением этой линейки. Третий и последний. Сначала этот уровень должен был быть с декорациями из версии 1.9. И да, бот будет озвучивать все мои видео, а вот на стримах я буду говорить своим голосом, так что не волнуйтесь.